сильное жжение, болит в анальном отверстии, была у проктолога, говорит, что у меня все в норме. Какие могут быть причины? Жжение и боль чаще всего связаны с наличием анальной трещины. Это когда выстилка внутренняя анального канала где-то лопается и оголяются вот подлежащие волокна сфинктера. Вот они-то как раз и болезненно реагируют на то, что у них контакт со стулом, либо там с кожей перианальной области. Чаще всего вот такие вот, то, что вы описываете, связаны с хронической анальной трещиной, либо с острой анальной трещиной. Если проктолог ее не увидел, может быть такое действительно, что проктолог ее может и не увидеть, потому что реакцией на боль является сжатие анального канала. И просто во время обычного осмотра можно там ничего не увидеть, он сжатый анальный канал, и ни палец туда не заведешь, потому что человеку больно. Поэтому в такой ситуации, если прям нужно получить диагноз, то можно выполнить хорошее обезболивание и посмотреть, сделать осмотр анального канала под обезболиванием. Иногда в более серьезных ситуациях прибегают к такому внутривенному обезболиванию, но это в условиях операционной нужно делать под контролем анестезиолога. И в некоторых случаях вот такое боли, жжение в анальном канале связано с более серьезными проблемами, такими, например, как парапроктит, анальный свищ, то есть с гнойным процессом вокруг анального канала или внутри анального канала. Это уже серьезная ситуация, которая требует экстренного хирургического вмешательства, поэтому желательно разобраться, не откладывайте до понедельника, найдите хорошего колопроктолога. Я понимаю, что сегодня пятница, но это действительно может быть такая серьезная ситуация. Вам нужно понять, нужно ли предпринимать какие-то срочные действия или нет.